Дорогие друзья, всех приветствую себя на своем YouTube-канале под названием «Мир биткоина». Сегодня мы с вами поговорим о проекте под названием Acropolis. Мы сейчас находимся на официальном сайте данной компании. Acropolis является инфраструктурой пенсионных фондов на блокчейн. Как вы знаете, в принципе, мировые пенсии находятся на большом проблемном уровне. И по мере того, как люди становятся действительно старше, то системы, которые призваны их поддержать по уходу на пенсию, являются масса неэффективными. Также вы можете, в принципе, подписаться на частную предварительную продажу, вести просто свою почту. И также есть здесь на официальном сайте социальные ссылки проекта. Хочу сказать, что по данным Всемирного экономического форума 48% пенсионеров не получают пенсии, а разрыв этих пенсионных сбережений в глобальном масштабе будет расти с 70 триллионов долларов, начиная, в принципе, в 2015 году и до 400 триллионов долларов к 2050 году. Как вы видите, большие совершенно цифры, которые, в принципе, дают понять то, что пенсионные реформы действительно становятся у нас неэффективными и действительно существует такая проблема. Средний уровень необеспеченных государственных пенсионных обязательств, анализируемый в 20 странах, составляет, в принципе, 190 проектов от валового продукта, что приводит к снижению объема государственного долга, который составляет всего лишь 109%. В этой принципе, проблемной системе не существует решения. Поэтому Acropolis помогает избавить мир от недостатков пенсионных фондов благодаря новой неизменной и прозрачной инфраструктуре пенсионного фонда, которая основана на интеллектуальных контрактах, также резко изменит то, как человек думает о сбережениях и о инвестициях. Давайте поговорим непременно о продаже токенов, которые сейчас у вас находятся. Как вы видите, всего количество токенов у нас составляет 900 миллионов, хардкап это 25 миллионов, максимальная сумма токенов для продажи это у нас 360 миллионов, максимальный токен для продажи скидка, то есть который вы можете получить, это 40%. Также цену мы можем с вами увидеть на приобретение токенов. И, конечно же, на команду и советников вот токены будут распространяться в течение 18 месяцев. Также хочу сказать, что продажа токенов выделена 40%, на советников 10% по распределению непосредственно графика, который вы видите у себя на экране. На маркетинг 10%, команда, в принципе, также 10%, вот, на технологии 20%, партнерские отношения 50%, вот, непредвиденные обстоятельства 2,5%. Ну, то есть со всеми этими распределениями можете ознакомиться самостоятельно. Я оставлю все ссылки в описании. Вот так вот будет выглядеть токен Utility Acropolis. Вот так вот его технология, в принципе, будет. Давайте непременно подойдем к прекрасным создателям данного проекта. Команда, которую вы видите у себя на экране, разрабатывали данный проект. И начиная с 2017 года уже был круглый стол, заседание. Был разработан технический данный документ, в принципе, компании, который я вам непременно скоро покажу. Также мы можем увидеть, в принципе, по партнерам, по советникам. И вот плавно перешли к нашей дорожной карте. Дорожная карта у нас говорит о истории, которая уже была, в принципе, с проектом, о планах на будущее и о том этапе, на котором непременно находится сейчас данный проект. Также хочу сказать, что уже в 2018 году было подписано стратегическое партнерство, смарт-контракт. Также был разработан и проверен на сетевой сети и опубликован технический документ. И, в принципе, давайте с вами рассмотрим о планах на 2019 год. Планируется полный аудит по библиотеке интеллектуальных контрактов. И он будет, в принципе, завершаться двумя независимыми аудиториями. Выпустить первую версию платформы. Внешний IP будет выпущен для сторонних настройок и готовые аппаратные кошельки Acropolis. Также вы можете посмотреть внизу официального сайта. Если вас интересует какой-либо вопрос, вы, в принципе, можете найти здесь на него ответ. Здесь есть вот определенный перечень 6 вопросов. Также давайте с вами перейдем непосредственно на техническую документацию, которая состоит из 33 страниц, она англоязычная. Вот, ну, а я вам хочу рассказать, конечно же,
о том, что проект Акрополис призван стать крупнейшей альтернативной пенсионной инфраструктурой в мире. Они создают децентрализованные пенсии на блокчейне и более безопасное финансовое будущее для человечества, которое построено людьми для людей. Видение данной компании заключается в решении проблем пенсионного дефицита во всем мире. То есть данная компания использует технологии для обеспечения более устойчивого будущего, также повышения устойчивости перед лицом основных прогнозируемых рисков, использует блокировку и токенизацию для обеспечения прозрачности, экономической эффективности и минимальной, в принципе, вносу платежей. И также данная компания надежно закрепляет контроль в руках в интересах пользователей данной компании, со временем устраняя зависимость от третьих сторон. То есть вы видите, что действительно данный проект пытается решить все проблемы, которые связаны непременно с пенсионным фондом, с пенсионными проблемами, которые существуют сейчас во всем мире. То есть это, я считаю, проблема, которая касается глобального мирового уровня. Поэтому данный проект действительно делает все возможное для того, чтобы развиваться в данной отрасли, для того, чтобы решать все эти проблемы и чтобы, в принципе, люди, которые уходили на пенсию, не чувствовали себя ущемленными, потому как есть компания, которая решит все ваши вопросы и можно, в принципе, быть обеспеченным. Также давайте перейдем на социальные сети, такие как Twitter, который находится непременно перед вами. Можно также сюда подписываться, следить за новостями, за обновлениями. Также существует Facebook. Вот группа Telegram, в которой уже практически 6000 участников. Поэтому присоединяйтесь, изучайте проект. Я думаю, что если вам данная отрасль интересна, если вы хотите также изменить мир пенсионного фонда, также хотите изменить мир пенсии, сделать все для людей, в принципе, старшего возраста, то непременно переходите на ссылки в описании, изучайте компанию, подписывайтесь на новостные рассылки для того, чтобы быть в курсе всех новостей, которые происходят на данной компании. И, конечно же, изучайте техническую документацию, в которой присущи все нюансы, все аспекты данного проекта. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их под этим видео. Также пишите в группу Telegram. Там есть всегда менеджер, который ответит на все интересующие вас вопросы. Всем хорошего дня, всем пока!